Ребята, всем огромный привет! Сегодня приготовим блюдо грузинской кухни чекмерули в казане на костре. Подписываемся на канал, ставим лайки, но мы начинаем. Поехали! Так, ребятушки, отрезаем у курочки все лишнее, сальную железу, ну, в принципе, вот этот жирок тоже можно убрать. Все готово. И будем разрезать по грудке. Ну и так чуть-чуть помнем, раздавим косточки немножко, вот так вот. Так, и будем мариновать. Солим. Добавляем обязательно черный перец молотый. Паприка, можно любую, я сегодня добавляю просто обычную, не копченую. Хмель сунели, для этого блюда обязательно вот эта приправка. Вот так вот. Все хорошенько натрем. Также натираем с обратной стороны, солим. Черный перец молотый. Паприка. Хмель сунели. Я, наверное, еще добавлю чуть-чуть маслица растительного. Ну и хорошенько натрем ее. Натерли специями нашу курицу и убираем ее мариноваться на час в прохладное место. Готовим соус для нашей курицы. Мы взяли литр сливок, 10%. Можете взять 20-30. Мура. Литр сливок в сторону убираем, режем зелень, кинза и петрушка, вот эти два пучочка, корешки убираем в сторонку, эту красоту нарезаем мелко. Уха, запах какой уже от зелени пошел. Ну еще можем вот так вот. И все это перегружаем в наши сливки.
Так. Далее. Нарезаем чеснок. Мы нарежем его мелко ножом. Молоденький чесночок. Вообще прям сочный. Такс. И всю красоту загружаем в наши сливки. Ребята, уже запах просто бомбезный. Так. Добавляем черный перец молотый. Ну, где-то чайная ложка. Обязательно хмель сунеля. Чайная ложка с горочкой. Посолим. Чайная ложка соли. Ну а там уже будем смотреть по соли. В процессе приготовления. Всю эту красотищу перемешаем. Ух, ребятушки. Чувствую, будет очень вкусное блюдо. Все, соусет наш готов. Пойдемте разжигать огонь. Наливаем растительное масло. Около 100 грамм. И добавляем кусок сливочного масла. Растопили мы сливочное масло. Подсмажем семечки немного. Вот так. И загружаем нашу курочку. Ух, ребята, сейчас чувствую, будет вообще бомба. Ну, можно поставить сверху гнетик небольшой. Я сейчас водички налью и поставлю. Ну, минутки 3-4 подержим на одной стороне, потом перевернем. Так. 3 минутки у нас прошло. Перевернем. Ох, ребятки, вот это красотища. Мы также придаем. Три минутки будет достаточно. Так, 3 минутки прошло. Водичку убираем. Достаем нашу курочку. Сливаем вот это масло и включаемся.
казанчик возвращаем на место. Сполоснул я его. Загружаем нашу курочку. Вот так вот. Ребята, вы только посмотрите, уже какая красотища. Так, все. Огонь минимальный. И тушим 30 минут. Ну а дальше включимся. Ух, красотища. Перевернул. На другую сторону. Ох ты. Ребятушки, огонь минимальный. Здесь особого жара не нужно. И я еще добавил 0,5 литра воды. Продолжаем. Ребятушки, блюдо наше готово. Готовили 40 минут. Выкладываем. Ребята, это просто улет. Запахи вообще фантастические. Вот такая вот красотища у нас получилась. Пойдемте кушать. Пойдемте быстрее кушать. Ребята, еще обязательно соус нальем. Нажористый. Ух, какой соусец. Приготовили мы нашу вкуснятину. Курочка чекмирули по-грузински. 50 грамм натурпродукта обязательно под такую курочку. Хочу пожелать вам здоровья, мирного неба над головой. Всего самого хорошего. Кушайте вкусно, дорогие мои. За вас. Приступим. Это божественно. Усет. Курица полностью промариновалась. Сейчас достаточно. У нас курица 1,5 килограмма. На 1,5 килограмма курицы литр сливок и где-то грамм 500-700 воды. В принципе, если добавите литр еще дополнительно, литр сливок и литр воды, ничего страшного не будет. Готовил 40 минут ее. Шикарная курица, просто шик. Честно, друзья, я влюбился в грузинскую кухню.
соус зачетный. Передаю привет всему кулинарному союзу. Всем здоровья, пацаны. Творческих успехов, побольше вкусных блюд. Всего самого хорошего. Я вас помню всех. Не забываю. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ждите новых рецептов. И просто будьте с нами. Колокольчик. Всем пока.